того, чтобы расширить просвет пищевода у человека, например, с раком пищевода, когда у него образовалась трихома. Так, теперь мы попытаемся этот стенд извлечь. Эта металлическая конструкция, похожая на пружину, позволяет человеку с раком пищевода есть. Если ее не поставить вовремя, больной может умереть. На соседнем стенде тренируется врач-эндоскопист из Йошкар-Олы Александра Санникова. Ее задача – удалить миллиметровую опухоль желудка. Оборудование для мастер-класса привезли с собой коллеги из Санкт-Петербурга. Такого в городской больнице Йошкар-Олы пока нет. Такие мастер-классы необходимы для того, чтобы оттачивать навыки сначала на желудках свиньи, животных, а затем уже на человеке работать. Это позволяет научиться владеть инструментом. Здесь, в учебном центре Ярославского медуниверситета, собрались ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Цель одна – обсудить новые технологии в борьбе с раковыми заболеваниями. Кроме практических занятий, множество лекций и семинаров. Мы можем сегодня с помощью новейших приборов, эндоскопов увидеть рак размерами несколько миллиметров и выполнить очень небольшую органосохраняющую операцию, после которой пациент может быть выписан из клиники уже через несколько дней. В рамках 16-й международной эндоскопической конференции врачи со всего мира провели в Ярославле 15 сложнейших операций. Еще 10 пациентов получили бесплатные консультации и направления на лечение в лучших клиниках России. Павел Волков, Денис Сахаров. День в событиях.